Всем привет! Усевшись в кинотеатре или дома на диване, мы каждый раз начинаем просмотр любого фильма с заставки, демонстрирующей логотипы тех или иных киностудий. У каждого из них своя интересная история, но мало кто из нас задумывается о том, что означают эти логотипы или как они были придуманы. К примеру, вы знаете, что за гора изображена на логотипе Paramount? Сколько звездочек ее окружает? Да и вообще, зачем они там? Или скажем, что за сказочный замок мы видим у Walt Disney? А что это за мальчик рыбачит на Луне у DreamWorks? Интересно? Тогда устраивайтесь поудобнее, и мы поведаем вам истории логотипов самых известных киностудий. Поехали! DreamWorks. Однажды в 1994 году собрались три выдающиеся личности – режиссер Стивен Спилберг, директор Диснея Джеффри Катцберг и музыкальный продюсер Дэвид Геффин. Они решили создать новую киностудию, известную нам под названием DreamWorks. Все мы привыкли ассоциировать логотип кинокомпании с мальчиком, сидящим на Луне, однако изначально рассматривался несколько иной вариант. Поначалу предполагалось, что при помощи компьютерной графики на логотипе будет изображен мужчина, рыбачащий на Луне. Однако мастер спецэффектов Деннис Мюррен, работавший со Стивеном, настоял на том, чтобы логотип был нарисован вручную, что и сделали, прибегнув к услугам художника Роберта Ханта. Закончив с основным вариантом логотипа, Роберт нарисовал альтернативный, где вместо мужчины изобразил юного мальчика, сидящего с удочкой на полумесяце. Второй вариант очень понравился Спилбергу, и он решил остановиться именно на нем. Кстати, лунный мальчик — это никто иной, как сын Ханта — Уильям. Paramount Pictures. Кинокомпания Paramount Pictures была создана в 1912 году киноинвестором Адольфом Цукером и театральными магнатами того времени братьями Фроманами. Изначально компания носила совсем другое название, а именно Famous Players Film Company. Покрытая снегом величественная горная вершина в кольце звезд — это знакомый всем кинофанатам логотип студии Paramount. Создал его художник Уильям Хоткинсон, который предложил рисунок горы Бен Ламонт, расположенной в штате Юта, где он провел свое детство. В первоначальном логотипе было 24 звезды, которые символизировали собой количество кинозвезд, которые подписали с компанией контракты. Однако сейчас число звезд уменьшилось до 22. Правда, почему произошли такие перемены, неизвестно. Конечно, со временем изображение горы изменялось, и теперь, благодаря приходу новых технологий, вместо оригинального рисунка используется компьютерная графика. Columbia Pictures. В 1924 году был создан знаменитый логотип компании — образ женщины с факелом в руке, символизирующий собой Америку. Однако он не сразу предстал перед нами в привычном виде. Так, в 1934 году на заднем фоне еще не было облаков. Лоб женщины украшала высокая повязка, в одной руке она держала американский флаг, а сама надпись «Columbia» располагалась над ее головой. Все это выглядело очень примитивно, и изображение скорее напоминало зарисовку. Спустя 5 лет логотип изменился в лучшую сторону. Леди стала выглядеть более изящно, волосы зачесаны иначе и уже без повязки, флаг почти не заметен, а надпись написана несколько иным, более крупным шрифтом и находится уже за спиной девушки. Но самое главное, что теперь пустой задний фон заполняли облака, а огонь факела больше не мерцал, а светился ровно и непрерывно. Некоторые изменения произошли в последующие годы. В 1982 году ее образ стал проще, а надпись стала длиннее за счет добавления еще одного слова — «Pictures». Классический вид логотип приобрел в 1993 году, после того, как Columbia Pictures была куплена компанией Sony. Перерисовать «Леди с факелом» было поручено Майклу Дизу, и на сей раз натурщицей стала обычная домохозяйка Дженни Джозеф. Свечение факела стало не таким ярким, и все внимание теперь сосредотачивалось на девушке, которая стала выглядеть еще более нежной и элегантной. Ну и, наконец, в 1996 году было решено изменить подачу логотипа. Первым стал появляться факел, а только затем все остальное. Также в заставке впервые зазвучала небезызвестная мелодия «Columbia», которую написал композитор Джонатан Эллис. Metro-Goldwyn-Mayer. В 1924 году американский поэт-песенник Говард Диец создал знаменитый проект логотипа под названием «Лев Лео». Так началась львиная история, и за все годы существования киностудии в роли Лео побывали аж 5 хищников. Самым первым был Слац, который не издавал никаких звуков, а просто бесшумно украшал открытие фильмов. Следующим — Джеки. Он стал первым львом, который зарычал. Самое интересное, что фильмы тогда еще были немыми. Львиное рычание было записано при помощи специального прибора — фонографа, который стоял
стоял позади экрана и проигрывал записанные звуки во время трансляции заставки в кинотеатрах. Третьего льва звали Танер, а вот о четвертом ничего не известно, кроме того, что он обладал шикарной гривой. И, наконец, начиная с 1957 года, студия Metro-Goldwyn-Mayer сняла для своего логотипа самого известного, знакомого нам с детства льва по кличке Лео, образ которого мы видим в заставке и по сей день. И, кстати, при съемках этих заставок ни одного льва не пострадало, не верьте глупым слухам. А если вам попалась подобная картинка, то знайте, это банальный фотошоп. Walt Disney Company. Так же, как Warner Brothers, Columbia Pictures и некоторые другие киностудии, The Walt Disney Company была основана братьями – Уолтером и Роем Диснеями. Произошло это событие в далеком 1932 году. Поначалу это была маленькая анимационная студия, но постепенно разрастаясь, она стала одной из крупнейших киностудий Голливуда, владеющая 11 тематическими парками, 2 аквапарками, а также парочкой сетей телерадиовещания. Диснеевский логотип знает весь мир. А вот что за замок изображен на нем, наверняка известно немногим. Почти каждый человек, который когда-либо смотрел шедевральные работы киностудии Disney, сможет рассмотреть на ее логотипе замок Нойшванштайн, или, как его еще принято называть, Лебединый замок. Именно он стал прототипом логотипа Уолта Диснея. На наш взгляд, образ этого замка идеально подошел компании и придал ему некую сказочность, как раз в духе диснеевских мультфильмов. Кроме того, именно такой замок был изображен в мультфильме «Спящая красавица», который, кстати, вы можете своими глазами увидеть в парижском Диснейленде. Однако следует уточнить тот факт, что в таком виде логотип просуществовал до 2006 года. Затем его сменил абсолютно новый объемный логотип, созданный студией компьютерной графики Wet Digital, на котором изображена уже другая диснейлендовская крепость – замок Золушки, прототипом для которого стал французский Шато Дюссе. Новый логотип был впервые продемонстрирован перед фильмом «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале TechZone. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.